Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить анабиоз «Сон разума». Поехали! Пробрались мы через эту столовую. Там был трешняк, просто полный трешняк с этими собаками. Было реально атмосферно. Реально атмосферно. Я даже немного попугался. Что-то все сломал. Сломал все. Погрелся, называется. Наверное, с собаками самое такое атмосферное место в этой игре. Такое прикольное. Так. Перепрыгнет? Нет, не запрыгнет. Что делать? А, вон дверь. Вот дверь. А что за дверью? Неизвестность. Там еще темно. Так. Все разрушилось. А! Чувак с топором. Я на тебя патроны не буду тратить. Иди сюда. Давно, кстати, мы таких не видели. Ох ты, цепанул. Давно мы таких врагов, кстати, не видели. Которые с топориками ходят. А, лампочка высоко. Ладно. Так, можно погреться. Нам дали немного восстановиться. Сжалились над нами. Еще один человек, золотой ключик. Так, у меня всего 3 патрона осталось в этом ружье, и это не есть хорошо, если честно. Да. Сварщик, тебя тоже давно не видели, дружище. Все-таки снайперка, она помощнее, чем вот это ружье. Хоть и патроны у них калибр одинаковый. Так. Где-то кнопка, значит, чтобы дверь открыть. Отличненько. О. Эта лампочка мне больше нравится. Так, лежит записочка. Давайте почитаем. Прошло 2 недели. Корабль стоит. Записка капитана. Я думал в эти длинные ночи под глухой печальный стон ледника. Почему айсберг не пропускает нас? Ничто не изнуряет тело и душу, так как изнуряют тоскливые думы. Я ослаб от дум, но начал понимать. Мы разошлись по отдельным каютам. Мы больше не выходим на палубу. Мы не ждем его приближения. Мы перестали надеяться, что пройдем.
Мы перестали уважать и верить. Фундамент знаний и самонадеянности оказался слишком тонким льдом, и вот он вовсе обвалился. Так. А, мы обошли. Мы обошли. Да. Так. Это лифт. Кнопка почему-то не действует. Что делать? В смысле? Что делать-то? Там кнопка. Какой-нибудь запуск. А, блин, точно. Подали питание, наверное, к лифту. Да. Сейчас туда приедет стопудово. Я почему-то в этом уверен. Нет. Автомат лежит. О, автомат у нас полон. Поехали наверх. Почему не вниз, как по стандарту? Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Да что ты? Будешь делать? Где автомат? Блин, надо было сразу автомат брать. Вот этого мы не погреемся. О, смотрите, еще автомат. А, у нас полон был, мы его не взяли же. Точняк. Жизни, конечно. Нехватка. Погреться мы не сможем. Лампочек нет, да, никаких. О, чё-то откуда? Блин. Отдача сумасшедшая. Отлично. О, снова ползать, снова прыгать, наверное. А там у нас холод. Надо пробежать. О, все в плесени. А, водоросли. Так. Надо, наверное, здесь включить что-то. Нет? Кто там?
А, мы это... Мы здесь были. В смысле? Я что-то не понял. Что надо сделать? Так. Начинаем тупить. Здесь мы ничего нажать не можем. Здесь мы тоже ничего нажать не можем. Блин. Вот она дверь. А, надо было это... Топором его зарубить. Чтоб не тратить патроны. Ну-ка. Еще один? Нет. Любители прятаться за углом. Да где же эти какие-нибудь лампочки? О. Погреться можно. О, обойма, отлично. От ружья. Там еще он блестят. Здорово. Живем, как говорится. От автомата даже. Мы истратили всего одну обойму, получается. О, боже! О, нет! Не заряжайся быстрее, ну! О, отлично. Вообще, как бы, блин, эти большие дяди, они не такие уж страшные, в принципе. Страшнее эти мотыльки. По ним не попасть нормально. Якорная. Я уже бегу. Опа-на. Так, кто-нибудь отключит, нет? А, я думал, это электричество, если честно. Так меня позвали в якорную, я иду в якорную. Где мне еще ходить? Ну где ты был? Нужно сбросить оба якоря одновременно. Иди к другому колесу, жди команды. Готов? Поворачиваем! Все получилось. Отлично. Все замерзло так. Так, у нас с этой стороны наверх и с этой стороны наверх. А, ну, в принципе, без разницы, с какой стороны мы пошли. Здесь, наверное, также без разницы. Так.
Давайте ружье выберем. Да блин, где оно? Опять на улицу. Так, и куда? Я надеюсь, я правильно бегу. Открывай дверь. А! Я кругом оббежал, короче. Ладно. Может, прямо надо бежать? А, вот дверь. Аж сдувает просто ветер. Угу. Прям так прикольно. Большой аквариум. О, это что такое? А, это такая водоросль или камень, что ли, такая? Блин, двери такие, как... Так. Дрыхнет. Ключ. От чего-то. Нормально так делают. Ключ спер. Че, реально ключ? Реально ключ. Так. Ничего нет. Можно было и не заходить. Тут просто все замерзло. Разбился аквариум, прям вода так мгновенно, наверное, она замерзла. Так. И чувака он там льдом придавило. Ой-ой-ой-ой, почему? У меня закрылось. Что? Ай-яй-яй. Затапливает. Мне надо на возвышенность. Блин. А, о, открыл. А, да ладно. Я, оказывается, все правильно сделал. Так. В смысле, куда мне? Обратно туда? Ты жертва,
Так, короче, я понял, надо быстро бежать. Открывай давай быстрее дверь. Быстро, 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 быстро. Успел, нет? Успел. Здесь, короче, надо было просто не мешкать. Надо было бежать, бежать быстро. Я-то думал сначала, меня током ударило там. Потом выбежал на улицу. Думал, что-то там опять как-то меня убили, и я сдох. Так. Дверь закрыта. Вижу кнопочку. Так, но нам сюда получается. Больше я ходов не вижу. Еще один какой-то кабинет чей-то. Кабинет какого-то матроса, наверное. Дверька открывается, но там ничего интересного. Так, обошли завал. Здесь. Здесь тоже через кабинет надо, наверное, пройти. Ого! А там. Там дубак. Бегом, 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 бегом. Здесь дубак. Кругом дубак. А, ну хоть жизни-то не убавляются. Ледник не держит корабль. Это мы становимся частью его самого. Позволяем ему проникнуть в нас. Дышим его ядом. И твердеем все более. Став равнодушными и хрупкими, мы болеем. Вот уже не в силах подняться со сбитых колен. Страх сковывает нас. И мы подставляем покорные шеи под затягивающийся ошейник. Еще живые мы становимся частью его безропотной свиты. А, ледник погубил корабль. Ну, в принципе, как и капитан, я так понимаю. Капитан тоже свое дело сделал. Он там не послушал кого-то. Просто застрял в текстурах. Так. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.